Привет всем, меня зовут Дмитрий, мы сегодня будем играть с тобой в Five Nights at Freddy's Security Breach. Знаю, что очень поздно, знаю, что очень много людей ее прошло, много людей в нее играло и во все части уже играют. Очень хорошо она себя зарекомендовала, я решил, думаю, тоже, ну хрен ли бы нет, лучше поздно, чем никогда. Не знаю, буду ли я проходить на запись, буду ли я проходить ее для себя, буду ли проходить... вообще. Но я хочу просто посмотреть. Просто посмотреть на эту игрушку. Да, камеру немножечко подвинул сюда вот. Посмотрим, как она зайдет. Будут ли вообще у меня смотреть. Поэтому просто пока одну серию пробную с тобой запишем. Посмотрим, что это такое, что это за игра. И будем, так сказать, спокойно жить дальше. Показывает нам с тобой волка, показывает нам с тобой медведя. Вот медведя я знаю, я играл в самую первую часть, где там вообще нихера делать нельзя было. Можно было только обсираться, пугаться и больше ничего. А в этой игре, я так понимаю, будем мы это бегать, потому что она весит аж овер дохуя, 70 гигов. И я аж охерел, когда я скачивал, я думаю, блядь, нихера себе, какая огромная игра. То есть предыдущие там свесили по 500 мегабайт, по 100, по 500, по до гига, короче. А это весит 70 гигов, 70. А в Steam стоит тоже очень дорого. Я поэтому как бы немножечко не из Steam ее скачал, но и хрен бы с ней. Ничего страшного, если она понравится мне, вам и всем, то может быть даже в Steam ее куплю. Но не вижу особого смысла. Можно как-то это пропустить? Мне здесь представляют, наверное, игроков этих аниматроников. Они мне нафиг не нужны, мне с ними знакомиться. Правда, слушай, волк и Чика. Вот я Чику эту я знаю, и Вову, и медведя я знаю. Хочу заметить, что я записываю сегодня с другого телефона. У меня тут все свистопердит, сверкает, опять же, как и всегда. Поставил графику на медиум, потому что думаю, что на высоких у меня будет все фризить, тормозить. Хотя я думаю, что и на медиуме будет тормозить. Потому что. Безопасный режим пишет мне что-то на экране написано. Безопасный режим, какие-то цифрики бегают, зарядка полная. Зачем это такое нужно, я не знаю. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а где вертикальная синхронизация? И где этот, пожалуйста... Блять, опять испанский. В смысле? А где у меня вообще этот... Как ее называют-то? Графика... Мне бы... Субтитры. А большие это как? The recharge cycle is not complete. Как-то их не появилось, я тебе хочу сказать. Где я их находил? Он large. Он small. Применить значит... Ты можешь заткнуться? Кто это сказал? Это я. Я здесь, внизу. Где внизу? Я тебя не вижу. Ладно, слушай, пока ты спал, я открыл люк у тебя на животе и забрался внутрь. Короче, Грегори забрался внутрь Фредди. Люк на животе — это место предназначено для больших праздничных тортов. И пиньят — это не место для игр. Пиньят — это такая игрушка, по которой бьют, из нее конфетки падают. Уху-ху-ху-ху-ху, блять, вот это да, вот это... Вот это сейчас зафризило. Вот ты где! Да, я тут, Ава. Тут, Ава, я здесь, Ава. Сканирование завершено, как странно. Твой профиль гостя мне не знаком. Кто ты? Кто ты, странник? Кто ты, путник? Я Грегори. Я Грегори, я вообще не знаю, откуда я взялся. Я Грегори. Грегори, я сообщу об этом в главный офис. Ошибка подключения. Ошибка подключения. Мне не удалось подключиться к основной сети. Это она. Она отключила тебя. Она не позволит тебе вызвать помощь, пока не найдет меня. Кто? Кто ищет тебя? Твоя мама? Я слышу шаги. Смотровое окно. Мы пойдем в смотровое окно. Ух, блядь, как фризит-то. Это сотрудница службы безопасности. Она может помочь. Не-не, я ей не доверяю. Почему нет? Я не знаю, кто она. Она пытается поймать меня. И вообще, ты можешь говорить не так громко? Возьми это. Это сувенирные часы Фаст Фредди. Так. Это у меня еще пекарня разогналась? Ничего, блядь. Я отправляю тебе
сообщение какое-то. Привет, Грегори, это я, Фредди, я провожу тебя до главного входа, однако я не могу покинуть эту комнату. Тут есть кнопка, которая открывает сервисный шкаф, но я запрограммирован ее не замечать. Она должна быть где-то рядом. Я все понимаю, сейчас я прям 5 секунд кое-куда нажму. Мне нужно посмотреть, сколько у меня... Да, пиздец, как она разогревается это от этой игры, но ничего страшного. Привет, Грегори, это я, Фредди, я что-то... Найти кнопку. Так, а куда? Я вот, я прям к ней прям пришел. Выпустить Фредди из комнаты. Отлично, Грегори, в ремонтном помещении есть открытая шахта. Тут игрушки, так, вентиляция, тебе нужно проползти через систему вентиляции и выпустить меня снаружи. А как, выпустить тебя куда? А, во. Это здесь довольно темно, да, я хочу сказать, здесь давно темно очень. Да нет, ничего страшного, у тебя все получится, хорошо. Так, станция сохранения. Нажмите удерживайте Е для сохранения игрового процесса. Это займет некоторое время, так что не зевайте. Давай мы немножечко микрофон поближе подставим, потому что я, мне кажется, как-то далеко от него сел. Так вот. Хорошо, закрыть инструкцию тоже на Е. Тоже держать очень долго, хочу заметить. Вот этот веселый мишка, который ходит, это сохранение, да, перезаписать, да, перезаписать. Здесь что-то светится, это, я так понимаю, зарядка. Но, блядь, вот это вот, конечно, отсутствие вертикальной синхронизации и отсутствие ее в настро... Спейсбар для прыжка, я... Блядь. Постоянное вот это удерживание. Отсутствие вот этой ерунды в настройках, это прям меня угнетает. На самом деле, очень глупо было... Ой, где я? Я могу посмотреть, что внутри зарядной станции, но я не могу понять, что здесь вообще нужно делать. Прыгать-то можешь? Нет, дурик. Прыгай давай. Грегори. О! Да... Блять, ужасное управление. Фризит. Отсутствует вертикальная синхронизация. Ты сегодня великолепно выступил, спасибо, твои волосы прекрасны. Твой хвост прекрасен. Все смотрели на тебя, все любят тебя, все хотят быть тобой. Ты лучшая, спасибо, я лучшая. Да, ты лучшая, молодец, Рокси. Рокси — это волк. Да, я очень рад, что ты лучшая, но можно как-то отсюда выйти? А, я не сюда пришел. Твои фанаты сейчас на тебя смотрят. Я знаю, говорит нам Рокси. Точнее, не нам, а сама себе. Убеждает себя, что она очень хорошая актриса и вообще лучший аниматроник на свете. Но мы с тобой знаем, что лучший аниматроник пока что медведь, потому что он нам с тобой помогает. Угу. Вот так вот и живем. Хотя в первых частях, во всех частях, по-моему, медведь, он как бы был... Вообще все в принципе, были злые. И нихера хорошего не предвещали. То есть ты там просто-напросто бегал, прятался от них. Как бегал, прятался? Сидел на месте и закрывал глаза. От страха. Двери, глаза, все закрывал. Тот на гитаре наяривает, гляди-ка. Люд прям шпарит. Ну мы с тобой сегодня минуток, знаешь, минуток 25-30 поиграем, да, там до какого-нибудь контрольного момента, и будет уже нам известно с тобой. О! Это Чика! Летить, колотить. Ну, Чику я знаю. И будет нам известно, будем ли мы с тобой проходить, или не будем проходить. А после того, как я выложу, мне точно станет известно, будем мы с тобой ее проходить, или же нет. Ой, ёб твою мать. Что такое грязное-то? Ну, блядь, так нельзя. Во, наяривает. Вот это молодец, вот это я понимаю, подготовка. Куда-то я вышел. Куда вышел, хуй его знает. Ой, блядь, как... Леди и джентльмены, благодарим вам за внимание и надеемся, что вам понравилось наше шоу. Фредди с группой довольно сильно устали, но они вернутся на следующей неделе после нескольких дней планового техобслуживания. Ждем вас перед нашим зданием, где вы получите сувенирные... очки, купон на бесплатный стакан лимонада, и где вы подпишете юридические документы, освобождающие нас от ответственности за все произошедшее с вами в ходе визита. Желаем прекрасного вечера. Круто, конечно, круто подписывать документ о том, что, типа, не при делах. Так, Чика здесь разминается. Ух, блядь. Это пиздец, это на самом деле пиздец. Вроде как стабильно 60, но нихрена с... Ой. Это что там происходит?
Блять, перепрыгнуть даже нельзя. Требуется уровень доступа 5. У нас 5 доступа с тобой нет. Нам нужно что с тобой делать-то? Задание. Найти, выпустить Фредди из комнаты. Фредди из комнаты где? А, мы с тобой прохерачили по всей этой. Блять. Настройки, давай графику на лоу поставлю. Это просто издевательство. На самом деле издевательство. Здесь ничего нет. Не-не-не-не, не хочу рестартовать. Это, короче, все не изменится, да? Ну ладно, хуй с тобой. Будем играть на минималках. Ой, на средних. Будем фризить, будем мучиться, но будем играть. Но это издевательство. Дурацкая дверь закрыта. Пропуск с фотографией, чтобы открыть дверь. Прости, я думал, что он у тебя уже есть. Скорее всего, его можно найти у прилавка с едой. Это ворот какие-то. О! Вот еда. А вот тут я вижу медведя. И вижу, что один free photo pass. Что это такое? Ну, наверное, это как раз пропуск и есть. Да? Ты смотри. Тут же написано photo pass. Все дела. Ты молодец, выпусти меня, пожалуйста. Тут все подсвечивается, что нужно-то. А здесь просто хавчик, ну, блядь, все висит, и я бы на... перезапустился бы на все-таки на минимальные настроечки. Даже это издевательство. Это издевательство, блядь, невероятное какое-то. Way to go, superstar. Так держать, звезда, я знал, что у тебя все получится. Может, вот его вот вырезать на превьюху? Хотя хуй его, вот так вот. Вот так вот. Ну, типа, он большой такой, красивый. А можно вот эту игрушку вырезать? Но нет, она какая-то непримечательная. Вот это можно вырезать еще. Я вообще по всему навырезаю, что было. Ладно, ну лучше смотри под ноги, не хочу, чтобы меня раздавило. Так, как использовать Фредди? Использовать на вас для управления Фредди и нажать на Е для выхода. Боты не могут найти Грегори, когда он управляет Фредди. Удерживать Е, чтобы закрыть инструкцию. Хорошо. Так, что у меня тут такое? Ага. Так, ну давай залезем внутрь и пойдем играть за Фредди. Самая крутая часть, наверное, потому что тут можно управлять аниматроником. Ну пойдем дальше. Ой, а это что такое за подарочная упаковочка? Фонарик можно выключить, чтобы зарядочку не тратить? Так, вот. Так, я сюда не пройду. Я понял, нужно выйти через главную дверь, которую мы с тобой только что ему открыли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сюда мы с тобой не пройдем, потому что я тут не могу приседать. Ну, пойдем дальше, по дверям. Пиздец, пиздец. Как выйти-то? Пойдем сюда, тут можно отходить. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то пробежал. Здравствуй, робот-уборщик. То ли фризи, то ли не фризи. Эй, малыш, если ты тут, скажи что-нибудь. Она внизу, мы должны вернуться. Не волнуйся, Грегори, даже если нас заметят со мной, ты будешь в безопасности. Она не заподозрит, что мы типа путешествуем вместе. Однако нам все равно не стоит попадаться ей на глаза. Если меня отправят в мою комнату, мы не успеем добраться до фойе до полуночи. Я понял, хорошо. Короче, нельзя попадаться кому-то на глаза, потому что мы с тобой... запалимся и все дела. Куда идем? Я чувствую, что ты сломан. Я в порядке. Не, я чувствую, что что-то не так. Я отведу тебя в пункт медицинской помощи. Спасибо, конечно, Фредди, блядь, ты такой добрый вообще. Это не я. Я туда не бегу. Пацан говорит, я в порядке, я типа вообще не при делах. Все хорошо, а на Фредди уже решил, что надо. Кто-то идет. За ширмочку. Прикинь, я сейчас как среагировал, да? Фредди, во время блокировки ты должен сидеть в своей комнате. Я не знаю, как тут оказался, офицер Ванесса. Ну, сегодня ты отличился по полной. Твоя система дала сбой, и ты сорвал шоу. Теперь специалисты отдела запчастей и обслуживания ограничили тебя по питанию. Говорят, что это мера предосторожности. Еще одна проблема... Что-то там, извините. Ладно, слушай, до закрытия осталось 15 минут, но тут за кулисами ошивается какой-то мальчишка. Если увидишь что-нибудь, немедленно сообщи мне. Я уже уведомил остальных, а теперь возвращайся в свою комнату. И он сейчас начнет на нас охотиться с тобой, да? А он знает, где я сижу. И он меня сейчас ёбнет. Это я тебе точно могу сказать. Так, тетка ушла. Говорил же, она хочет меня поймать. Я ничего не сказал, ты в безопасности, пойдем дальше. Ты меня не сожрешь? А то я знаю тебя. В предыдущих частях от тебя ничего хорошего не было, дружок. Идем дальше. То есть Эд меня обучили таким образом прятаться.
Я, конечно, очень рад. Где это мы? Сейчас мы находимся под пиццаплексом. Эти технические коридоры соединяют все аттракционы между собой. Мы можем пойти куда угодно. Верно, Фезербласт, Гольф Монти, Гонки Рокси, все эти места открыты для ботов-сотрудников с достаточно высоким уровнем доступа. Гостям здесь находиться нельзя, однако твоя ситуация особенная. Special situation, да, у меня special situation, такая вот у меня situation special. Стр-атрв. Опа, низкий заряд, ну и что мне теперь делать? У меня с собой батареек нет, у меня с собой, блядь, даже зарядки нет никакой. А у медведя, небось, она особенная какая-то. Ну, видимо, это было специально сделано, потому что, ну, это как бы по сюжету. Сколько у нас сейчас запись идет? Погоди, я сейчас тыкну кое-куда. Так, у Фредди закончилась энергия, он не сможет вам помочь в течение следующего часа. Так, погоди, я вот так вот передвину немножечко. Вот так вот сделаю. 15 минут мы с тобой записываемся, 35 минут где-то у меня по плану. Мне ужасно жаль, цикл по зарядке не был завершен, когда я нашел тебя. Дальше тебе придется идти без меня. Я свяжусь с тобой через часы фас, если ты вдруг попадешь в неприятности. Хорошо, давай сохранимся. Перезаписать? Конечно же, перезаписать. Блять. Страшно, очень страшно. Ну давай вот отсюда еще тоже заскриним. Ну типа увеличу, если что. Мордаха у него очень это такая колоритная, так что можно его будет использовать в качестве превьюхи. Я, конечно, не удивлюсь, если мне кто-то напишет, что я взял превьюху и сделал такую же превьюху, как у одного из моих тезок, но... Ну, конечно, конечно, да. Вот, и я, на самом деле, я не скрою, да, я видел эту превьюху. Но тут особо больше нечего даже сделать-то. Тут как бы она достаточно колоритная превьюшка. Это Чика, может мне удастся ее чем-нибудь отвлечь? Источники шума. Нажать Е для того, чтобы сбивать предметы и отвлекать ботов. Не попадайтесь им на глаза. Нарисованы банки, склянки какие-то, как ее, ведра. О! Бля! Поймал, вот ее можно еще заскринить, только толку от этого нет. Она была слишком большой, да? Давай повторим попытку, блядь. Я что-то не подумал, да, что она увидит меня. Я ж мурашами покрылся. Ебать, колотить. Страшно, страшно, вообще не страшно. Так, где я? Эй! Картинка, где ты? Вот, спасибо. Так, сумку-то я не взял. Я аж есть внезапно захотел. Так, давай еще раз сохранимся, чтобы сумку каждый раз не брать. Ну, блядь, лишнее время не тратить. Да, перезаписать. Пойдем. Не, ну типа хер с ним. Чика. Все, она ушла. Ой, глаза чешутся, ужас какой. Так, скрытность, нажмите left. Контрол для приседания. Пока вы сидите, ботам будет сложнее найти вас. Синий контур невидимый, желтый, значит, ищет вас, а красный, значит, вас заметили. Хорошо. Чего нельзя на escape нажимать, чтобы закрыть эту канитель, блядь, чтобы ты наверняка успел прочитать. Это было закрыто для посетителей. Блять. Аж живот заболел, сука, а? Страшно. Реально, прям чуть как дернулся, у меня аж ребра заболели. Ой, еще в глаз ресничка попала, ужас какой, ёптвистра, о. Ладно, будем считать, что я понял. Это Чика, я знаю, что это Чика, что мне рассказываешь? Она видит меня, нельзя так делать, ну зачем? А как мне пройти это место, я не пойму. Как, блять, вообще какой-то вопрос такой, знаешь, возник у меня, очень странный. Я не понимаю, типа, нужно же ведь как-то мимо нее проползти, может быть, сидя надо ползти. This area is off limits.
Она идет обратно, нет? Или она по сюжету не должна развернуться, типа она должна вот там остаться? Ну пойдем дальше. Во, все, я понял, как это работает. Хер с ней. С Чикой, с этой... Бег, выносливость. Я знаю, как бегать, я же уже бегал. Если бы ты знал, что я знаю, то, может быть, не показывал мне такие глупые вещи. Так, здесь какие-то коридоры, непонятные пространства, закрытые, замкнутые по кругу, закрученные. И что же мне здесь сделать нужно? Вот медведь мой нарисован. Можно, пожалуйста, мне внутрь медведя? Я в нем так мне понравилось бегать. Ой, блядь, здорово. А, типа я мог, наверное, через подсобку пройти, а мог вот так. Давай сохранимся. Так, 20 минут, 15 минут осталось, значит, на до 25 минут. Хорошо, перезаписать? Да, перезаписать. Я просто по времени пытаюсь сориентироваться, что мне, к чему и почему. То есть я длинные серии делал мне... Монти, вот ты где! Да, я здесь. А, но он медленно перемещается, то есть мне как бы... В принципе... То есть чем я быстрее бегу, тем быстрее он бежит за мной. Рокси, ты потерялся? Не, я не потерялся, я на самом деле нашелся. И зачем? Блять, за мной все бегут, 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 бегут. Ой, еще бы не фризило был, вообще круто было бы. А где это самое? Куда мне бежать-то? Я понимаю, что сейчас по... Пиздец, по лестнице. А дальше-то куда? Ага. Ой, блядь, отлично, Грегори, ты нашел комнату охраны, и там ты будешь в относительной безопасности. Двери сконструированы таким образом, чтобы защитить квалифицированных охранников в чрезвычайных ситуациях, пока двери остаются закрытыми, а они будут оставаться закрытыми, пока достаточно электропитания. Мне бы сохраняшечку. Фредди, энергии осталось всего 15 минут, ой, 15%, я не пытаюсь выбить дверь, как мне отсюда выбраться? Сохрани спокойствие, на пульте охраны есть интерфейс. Подожди, я его сейчас включу, вот так. Теперь ты можешь активировать протоколы систем безопасности. А как? Подключись к системе безопасности. А где тут? Как? А, оп, опа, вот как где-то здесь. Ну, блядь. Где кнопку нажать? Ну, нажмите кнопку. А, во, вот эту. Камера в лобби. Теперь твои часы фаз подключены к системе камер видеонаблюдения. Взгляни на карту на часах. Проверка камер. Использовать мышку для переключения между камерами на карте. Хорошо, хорошо, так и быть. Бляха-муха, ничего себе, блять, ты видал, не? Что происходит-то? Удерживать закрытие инструкцию. Я понял, что нужно мышку использовать, чтобы... самое. На часах карт смотреть. Квадратики на мини-карте — это ближайшие камеры наблюдения. Если датчик камеры заметит движение, ты должен увидеть красные значки тревоги. Переключайся между камерами, чтобы найти безопасный путь из комнаты охраны в главное фойе. У меня топографический кретинизм, и для меня это очень сложно будет. Хотя бы знаешь почему? Так. Вижу, как тут лупится. Вижу, как тут лупится. То есть, по факту, вот в правую дверь я могу спокойно выйти. Правильно? Правая дверь пустая. Единственное, кто здесь ходит, это вот Чика. Задание. Найти безопасный маршрут к главному входу. Так, в эту стучаться, в эту не стучаться. Пойдем, давай сохранимся. И будет это все гораздо, гораздо приятнее все-таки. Укрытие. Нажать Е рядом с укрытием, чтобы спрятаться от ботов. Внимание, если бот увидел, как вы прячетесь, он может сразу найти вас. Я понял, хорошо. Блять, она идет. Она вот тут вот прям проходит. Вот, да, вот прям вот здесь вот. Угу. А, она опять эти... Она жрет что-то там. Я понял, хорошо. А чё она жрет? Чё жрет, хуй его знает. Пусть жрет, пусть хоть что хочет жрет, главное меня. Я могу ползать.
Меня кто-то нашел. И мне нужно бежать. No, no. Wait, я еще здесь, Фредди, что мне сделать-то? Мне очень жаль, Грегори, ты упустил свой шанс. Но надежда все еще есть. Ты можешь сбежать, когда в 6 утра откроются защитные двери. А пока продолжай двигаться и попытаться не привлекать к себе внимания. Если отсюда есть другой выход, я помогу тебе его найти, обещаю. Хорошо, договорились. Так, я вижу вот, типа, дорогу. Нужен входной билет. Нужен бесплатный входной билет в Pizza Plex. Такой билет должен быть где-то у главного входа. Так, я у главного входа только что был, да? Или это был не главный вход? Блять, если бы еще не фризило, было бы вообще круто. Так, вот, типа, может быть, вот здесь? Не, хер тебе, говорит игра. Это не главный вход. Ну, давай искать главный вход. Главный вход должен быть большим. А, может быть, вон там. Погоди, может быть, вот тут? Вот же главный вход. Не, хуюшки, говорит мне игра, нет здесь главного входа. Может, вон там, вон. А может, карту открыть просто? И не тупить? Так. Полицаи ездят. Пульт. Фаспад. Фаспад мне не нужен. А, ну я стою, короче, прям вот рядом с этим, как его называют. Да, я понял, где камера находится. Вот тут вот где-то камера находится, она смотрит в ту сторону. Нам она особо сейчас не нужна. Нам сейчас нужна, знаешь что? Нам нужна сейчас бесплатный билет. Так, это мне тоже не нужно. О, get a complimentary entry pass. Вот entry pass мне нужен. И сохраняшка мне... Не, подожди, давай entry pass возьмем. Та-р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 а. Бесплатный входной билет. И сохраняшку мы с тобой сделаем, потому что, ну, бля, без сохраняшки здесь вообще жить нельзя. Да, перезаписаться, соответственно. И у нас теперь с тобой есть и сохраняшка, и бесплатный билет входной. И вообще все хорошо. Попробуем зайти внутрь турникета, за турникет зайти и попробовать. Так, мне, я так понимаю, мне нельзя даже вот к этим вот подходить. Отличная работа, звезда. Тебе удалось попасть в фойе. К сожалению, бесплатный входной билет не позволяет пройти в пиццерию. К сожалению, да. Автомат улучшения находится в помещении службы по работе с клиентами. Повторите, повторный вход запрещен. Лучше бесплатный билет с помощью автомата улучшений. Наши дружелюбные охранники помогут тебе. Вот этот дурак, короче, проезжает. Сейчас, смотри. Едет. Крутится. Я смотрю, он чика ходит. Доезжай до конца до туда. Идет налево. Крутится. И уезжает до конца налево. Какая меня семья ищет? Мне нужно... Уровень доступа 2. Да хуй с тобой, 2 так 2. Давай посмотрим по заданию. Улучши бесплатный билет. А где этот автомат улучшения? На втором этаже наверняка. Вон чика ходит наверху. Я не буду торопиться, мне нужно просто пробраться наверх, я так понимаю, да? Да, автомат улучшения наверняка наверху где-то находится. Честное слово, не хочу. Звук страшный. Но она меня уже увидела и бежит за мной. Как я ширмочку-то увидел, да? Вовремя. Так, хрен с тобой. Хрен с тобой. Чика меня ловит. Чика меня хочет поймать. Но Чике этого не удастся, потому что Чика, блядь, она... Чика, а я... Я тот еще типок-то, знаешь. Сейчас возьму, короче, и спрячусь от нее. Сюда можно только сотрудникам. Да я знаю, что можно только сотрудникам. Я почти сотрудник. Я на самом деле-то уже почти работаю здесь. Объявление прочитал, вот пытаюсь найти отдел кадров здесь. Где? Подскажи, пожалуйста, я пройду. Да вы мне как родные, на самом деле-то уже. Угу. Можно сказать, семья. Может, ты уйдешь отсюда? А, у меня же есть камера. Камера есть, гляди-ка. Так, камера мне нужна вот... Да, вот эта. А я сижу вот тут. Она, короче, поднимается наверх. Я вон там, вот с той стороны сижу, забежал. Вот, вот отсюда, вот сюда. Она пошла вон туда. Мне...
выходить пока нельзя. Я так понимаю, вот этот вот автомат улучшения, а может и нет, а может и хуй знает. А может вот сюда надо, в центр пройти. Пусть она выйдет вот сюда. Или хотя бы... А, нет, пусть она вниз пройдет, я пока подожду. Я человек простой, знаешь, мне долго объяснять не нужно. Я подожду лучше лишнюю минуту, вместо того, чтобы переигрывать потом заново. Правильно, я же ведь отсюда забежал, вот оттуда, вот сюда. Да, здесь не зеркальное отражение, здесь вот эскалатор был вот с этой стороны. Я вот с краешку вот этого зашел и поднялся... Ой, с этого вот зашел, и все. Пусть идет вниз. А, у нее маршрут такой стандартный, елки-палки, а я тупанул, я думал, просто она за мной именно идет. Все, пускай. Этот билет не годится. Good for entrance to the lobby shops. Upgrade options available at customer service. Also good for. Какое отвлечение-то, блядь, дурак что ли? From Glamrock gifts while supplies last. I wonder what the free prize is. Она меня сейчас поймает. Нет, не поймала, смотри-ка. Я ее отвлек, и она пошла именно туда. Я куда-то иду, хуй его знает куда. Я отвлек эту чику, и она типа там будет теперь стоять, наверное, да? Ну какое-то определенное время. Вот пока вот этот дурак меня не обнаружит. Маршрут мне его непонятен пока что. Так, он кругаля мотает, короче. Один круг сделал. Вот тут круг сделал. Туда доезжает. Там, наверное, покрутится сейчас. Вот сюда приедет. И пускай едет дальше. А, он... Вот, все, вот теперь пойдем. Это что такое? Здесь можно спрятаться. А ну надо мне, нужно? Нет? Мне кажется, что нет. Я просто сейчас иду, куда мне разрешают. Я пока еще даже не знаю. Я не ориентируюсь в пространстве. В смысле? Кто-то где-то идет. Куда можно только сотрудникам-то? Я спрячусь, по камерам лучше посмотрю, знаешь. А, она все еще ходит там. Мне бы хотелось знать, где находится билет. Хранение продуктов. Мне это не нужно. Камеры. Я убежал вот сюда. И где-то я нахожусь. Где я нахожусь, хуй его знает. Явно здесь нет автомата по улучшению билетов. Где мне здесь его найти, я вообще не понимаю. А, я просто хожу здесь даже, я не приседал. Круто, молодец. Я не хочу конфетку, я хочу, блядь, просто спокойствие. Вон она пошла. Пускай ест свои конфетки сама. Мне нужно следующее. Мне нужно вот сюда. И залезть вот сюда. Сейчас она подойдет вот к этой машинке. А я выйду вот отсюда и пойду в ту дверь. Или я лишнее сейчас сделаю. Я просто не особо сейчас понимаю. Может, автомат улучшения вообще внизу где-нибудь? Блять, а где она-то находится сейчас? А я не вижу, где она. Можно было бы, кстати, по камерам посмотреть, где автомат улучшений. Приз. Смотри, где приз-то. Или я туда не могу попасть, пока... Пока не получу доступ. Наверное, да, наверное, так оно и работает. Для этого же я хочу доступ получить. Где она там? И где у меня мышка? Мышка вот, а я вон там сижу, блядь. Я прям вот самое лучшее место выбрал.
она идет прям ко мне. Вот, то есть я. Вот она, да, прям справа прошла и вперед пошла. То есть, по факту, мне нужно дождаться, пока она пройдет. Уже 35 минут прошло, кстати, записи. И я вот что хочу тебе сказать. Я нихуя не понимаю. На самом деле, ничего не понимаю. Что делать, что происходит вообще, зачем происходит? Я понимаю, что сюда можно только сотрудникам. Тетенька, иди, пожалуйста, подальше. Мне, по факту, нужно вот сюда. И это сюда, это вот там вот с левой стороны где-то. Выходи. Пикап. Суперстай Дейкей. А вот это что такое? О, блядь. Такой я беспалевный, конечно, товарищ, да? А где он? Не-н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 е. Наверное, куда-то сюда. Наверное, куда-то сюда. Куда именно, не знаю. Гляди-ка, что-то я нашел. Free Mystery Prize. Музычка заиграла. Магнит с мистером Гиппо. Ура. Отлично, конечно, здорово, что я нашел магнитик, но... Так, моя семья ищет меня. Это я рад, я нужен семье своей. Я, блять, я что-то вообще как-то не пойму ни хрена. А зачем? Не знаю. Так, а где улучшалка-то на самом деле? Где это улучшение находится? Я просто уже прошел, по-моему, по всему этому периметру и ни хрена не нашел. Требуется предмет. Какой предмет? Карточка банковская мне нужна. Но у меня нет банковской карточки. Пойдем обратно наверх. У меня даже предположений других нет. Че куда засовывать? Что-то я, блять, уже везде прошел и ничего не нахожу. Она пошла вниз. И я пойду сейчас вниз. А знаешь почему? Потому что мне здесь делать больше нечего. Я наверху все обошел. Давай уже, теть, поднимайся наверх. Там эксит, там не эксит. Мне здесь больше делать нечего. Наши дружелюбные охранники помогут тебе. Я знаю, они мне уже помогали столько раз. Прячутся только трусы. Нам прятаться с тобой не надо. О, кстати, сумка, смотри-ка. Это лифт. Лифт мне не нужен. Ох, бляха, прыгнул случайно. Вот это что такое освещается? Нет, я не выполнил до сих пор. Короче, ладно. Мы с тобой на этом, наверное, закончим. Где бы сохранялку здесь найти? Так, это доступ нужен другой. Надо выйти обратно. Где-то здесь сохранится. Где здесь сохранялка? Она где-то здесь была, прям рядышком. Да ведь? Entry pass. Да, вот, сохранялка. И мы с тобой сохраняемся и прощаемся. Потому что, ну что-то я как-то вообще нихера не понимаю, куда здесь идти и что здесь делать. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Обязательно увидимся с тобой в других игрушках. Обязательно увидимся с тобой когда-нибудь на стриме. Возможно, увидимся даже в скором времени в этой же игре. И всем до скорых встреч. И всем пока.